Приседания – это базовое упражнение для тренировки ног. Здесь работают все мышцы одновременно – квадрицепсы, бицепсы бедер, приводящие мышцы и ягодицы. Помимо этого, довольно сильную статическую нагрузку получают мышцы спины. Перед выполнением приседаний со штангой проконсультируйтесь со специалистом в области спортивной медицины. Возьмитесь за штангу широким хватом. Зайдите под гриф и положите его на плечи. Обратите внимание, что поясница уже находится в прогибе. Сняв штангу со стоек, сделайте шаг назад и поставьте ноги на ширине плеч. Отведите локти назад и сведите лопатки. Переложите вес тела на пятки и слегка для равновесия наклонитесь корпусом вперед. При таком положении тела сведен до минимума риск получения травмы. На вдохе начните движение вниз с отведения таза назад. Присядьте до параллели бедра с полом или чуть ниже. На выдохе встаньте в исходное положение. Не выпрямляйте до конца ноги, чтобы не перегружать коленные суставы. Приседать нужно таким образом, чтобы колени не выходили вперед за носки и находились на ширине ступней. Не забывайте про спину. Не круглите ее, а держите прогнутой и не расслабляйте мышцы. На вдохе медленно опускаемся вниз. На выдохе встаем. Регулируйте ширину постановки ног для комплексной проработки мышц со всех сторон. Узкая постановка ног сильнее включит внешнюю часть квадрицепсов, широкая – приводящие мышцы. Тренажер Смита – это, по сути, та же штанга, но закрепленная на направляющих. Она двигается только по вертикали и небольшим поворотом легко вешается на крюки. Существенным отличием тренажера Смита от свободной штанги является тот факт, что здесь вы можете вывести немного ноги вперед и акцентированно проработать бицепсы, бедер и ягодицы. При этом техника выполнения упражнения не меняется. При таком варианте выполнения приседаний сильное воздействие также получают ягодичные мышцы. Из-за широкой постановки ног в дополнение к ним включаются приводящие мышцы, расположенные на внутренней поверхности бедра. В отличие от штанги, гантель не оказывает осевую нагрузку на позвоночник. Ни в коем случае не сводите колени и не выносите их вперед за носки. Эффективность упражнения сильно падает, а риск получения травмы увеличивается. Делайте полуприседания, забудьте о крепких и упругих ягодицах. Ведь чем глубже вы опускаетесь вниз, тем сильнее они работают. Многие считают, что приседание – это очень опасное упражнение, но становится оно таким, когда вы начинаете выполнять его с круглой спиной.